1600 квадратных метров исследуемой территории, 2 месяца кропотливой работы. В Крем-Роге археологи изучают курган эпохи бронзы. Самым древним найденным артефактом здесь почти 5500 лет. Раскопки Криворожского кургана ведутся по соседству с зоной обрушения в районе 17-го квартала. Ученые активно работают, чтобы не только изучить многовековые исторические пласты, но и спасти их от возможного уничтожения техногенными процессами. Експедиція проводить так звані рятівні розкопки, які викликані тим, що в 2010 році тут обвал був, сув ґрунту на великій площі, і поступово ці зони обвалення наближуються до кургану. Курган цей відомий давно, ще з середини 19 століття. Висота його була первісна до 4 метрів, потім люди його розрівняли під городи, понизили висоту. Руководить процессом столичный доктор исторических наук, за плечами которого свыше 50 лет работ по раскопке курганов на всем постсоветском пространстве. Криворожский курган уникальный в своем роде, ведь здесь ранее не проводились исследования. Да и таких объектов в пределах Украины осталось считанные единицы. Почти все распахано или разграблено в глубокой древности. Представляет добу энеолита бронзового века, это приблизно 3500-1000 років до Різдва Христового. Можливо, тут ще є пограбоване скіфське поховання, але ми ще до нього не докопалися. Ознаки є, що так, ознаки пограбування є, але це впускне поховання вже раннього залізного віку. Продлится археологическая экспедиция до конца августа. Все найденные артефакты после скрупулезного изучения впоследствии будут переданы в Криворожский историко-краеведческий музей. Это главное условие раскопок. Александр Фифилатьев, Дмитрий Микрюков, Первый городской.